Это я снова ясно в веселом видео. Почему веселым? Потому что, ну, в жизни и так все грустно-печально, и я немножко, так скажем, вас веселю, отвлекаю от лишних проблем. Что я хочу сказать? Я хотел бы обратиться к Рамзаку Кадыровичу по... Все вспомнил. Обратиться по поводу выступления в плане Казахстана, то, что бывшие эсеры... Ну, от слова «бывшие эсеры» больше нет. Мы не состоим в этом составе. Вот. И в плане январских событий Россия помогает Казахстан. Я скажу так, что казахский народ не просил помощи, и что хочу сказать, зачем вы так, ведь в 40-е годы во время исчезновения чеченского народа помогли вам казахи, приютили у себя, делились последним хлебом, последней одеждой. А вы так про нас, я думаю, что этого делать, ну, не стоит, зачем.